Семейные фотографии – это особая летопись семьи. Чудо рождения, первые шаги, детский сад и школьные линейки, свадьбы и юбилей. Благодаря снимкам человеку удается сохранить самые важные и самые трогательные моменты жизни родных и близких. Такие фотокарточки через много лет, кажется, излучают добро, любовь и особый свет. Зарядить берестейцев положительными эмоциями от просмотра детских фотографий решили организаторы выставки «В защиту жизни и семейных ценностей», которая открылась накануне в городе над Бугом. Это радостные дети, их семьи. Также здесь используется цикл жизни, то есть от начала жизни, от момента зачатия и уже взрослые детки, их родители, скажем, потенциальные дедушки и бабушки. Берестейцы, которые пришли на открытие выставки, своих эмоций от увиденного не скрывали. Задумчивые личики и озорные улыбки малышей вызывали восторг, умиление и восхищение у каждого посетителя. Мы очень рады, что 2 недели эта выставка продлится, потому что не все смогут прийти, например, на выходные, некоторые попозже. Но все, кому мы говорили, они говорили, мы обязательно посетим эту выставку посмотреть. Авторы творческого воплощения детской непосредственности и красоты признаются, что фотографировать малышей – занятие хоть и непростое, но очень благодарное. Крутящиеся, как юла, и не желающие посидеть на месте даже 5 минут мальчики и девочки, между тем прекрасно получаются на снимках. Может быть, именно благодаря тому, что не пытаются кому-то понравиться, быть лучше или краше. Они живут и радуются каждому дню, а фотоаппарат просто фиксирует счастливые минуты юных моделей. С детьми работать легко, потому что они всегда естественные. Всегда позитивные, иногда, правда, капризничают, но, в принципе, это исправляемо, особенно если родители рядом. А почему решили принять участие? Наверное, потому что мы за семью, за крепкую семью. Тех, кто не успел попасть на открытие одной из самых добрых и позитивных выставок, но хотел бы увидеть талантливые работы берестейских фотохудожников, организаторы приглашают погрузиться в атмосферу детства и красоты по 12 апреля включительно по адресу улица Советская, 85.